Всем привет, друзья, с вами Лер, мы играем вот в такую вот простую игру, которая называется 35 миллиметров. Ну, это как бы название вот этой вот пленки. Наша с вами задача просто пройти в черную дверь. Ну, это первый уровень, здесь нет ничего сложного. Двигаемся мы на стрелочке, на Z прыгаем. Играем мы вот за такой вот ляп, за кляксу, которая должна добраться до сюда. Но прикол в этой игры в чем? То, что с каждым кадром что-то меняется. Вот смотрите, прошел кадр, первые две двери открылись. Прошел кадр, средняя дверь закрылась. То есть видите, да? На каждом кадре что-то свое. Блин, я думал, она там открылась. Нет, не открылась. Вот. Хоп, и тут пропасть. Видите, да? Меня, короче, заляпали. Меня опять заляпали. Так. И вон там выход. Я понял. Сюда. Сюда. Тут как бы нет ничего сложного. Давайте мышку уберем, чтобы не мешалось. Так, здесь вход. Тут ничего нет. Хоп, меня в стенку впечатало. Падаем и проходим. Так, мне вниз. Так, теперь, наверное, мне... Да, мне вот сюда. Блин, не успел. Тут нет ничего сложного. Так, это закрыто. Так, а здесь я падаю. А, я должен через это подниматься. Так, а как я там должен тогда? А, я здесь должен быть, в двери. Или, подождите. Не дошел. Так странно еще прыгает. Вот здесь вот я должен быть. Точно. Надо, чтобы меня на том кадре впечатало. Так, тут все выше, выше. Вот сюда. Не успел. Так, сейчас почему-то я упал. Хотя не должен был. Блин. Все, получилось. Так, здесь как? Как-то так. Через это.
Опять, наверное, надо вляпаться. Или здесь быть. Хотя нет. Во. Так, что здесь? Ух ты, цвет пошел. Спасибо за игру. Но это очень короткая игра. Очень короткая и такая нетрудная. Спасибо за игру. Что ж, всегда пожалуйста. Люблю такие игры, которые очень легко проходятся и на один раз. Ладно. На этом я с вами прощаюсь, с вами был Лиар. Это игра 35 мм. Это, если что, название пленки вот этой вот. Всем пока.